К другим темам. Жители региона продолжают обсуждать концепцию развития округа до 2025 года. На этот раз свои предложения высказали работники администрации поселка Искателей. Их пожелания главным образом касались строительства инфраструктуры поселения. О водопроводе жители Искателей мечтают уже со дня основания поселка. И это не преувеличение. Казалось бы, рабочий поселок находится вблизи города, а питьевой водой не обеспечен. Дважды в день к домам подъезжает специальная машина и раздает людям питьевую воду. Администрация поселка поставила эту проблему в списке предложений концепции 2025 на первое место. Сюда же включили оснащение всех домов горячей водой. То есть мы должны включить программу, это сделать разводку горячей воды по домам. Дома как бы у нас разные, есть где-то можно быстро провести, где-то усложненно, там еще по старой схеме сделано, подключено, поэтому придется делать разводку усложненно. Жить в благоустроенных домах тоже входит в планы жителей поселка Искателей. Сегодня в очереди на новое жилье стоит более 400 человек, в том числе по переселению из ветхого и аварийного жилья. 60 многоквартирных деревянных домов, называемых в народе бараками, до 2025 года должны быть расселены. И все же в первую очередь это ветхое жилье, чтобы поселок Искателей, так же как и город, смотрелся не только внешне, но и чтобы каждый житель радовался, что он имеет настоящую теплую и уютную крышу над головой. Чтобы в построенных кварталах не ездить по бездорожью, строительство дорог тоже значится в списке. В ближайшем будущем они появятся в коттеджном поселке «Вилладж». Каждому предложению будет разработан проект и определена его стоимость. Например, дороги в «Вилладже» обойдутся бюджету поселка в 114 миллионов рублей, обустройство набережной – 47 миллионов, 20 миллионов будет стоить водопровод. Как скоро поселок сможет воплотить свои планы в реальность, станет известно уже в сентябре. Валентина Чибичик, Александр Дуркин, телеканал «Север».